Мне кажется, когда мужчины празднуют День мужчин, должен прийти... Ничего себе! Татьяна Навка! Ничего себе! Здравствуйте, здравствуйте, привет! Татьяна, привет! Здравствуйте! Привет! Садитесь, пожалуйста. Здравствуйте! Мы вам Таня, приготовили специальное место. Слава Богу, я пришел, да? Привет, прошу. Привет. Таня, нас... Привет. Видишь, Саша изображает радость. Привет! У нас особо с Александром, потому что сложились отношения, потому что он очень часто посещает наш проект. Я думаю, наш фитнес. Я это ждал в конце, но я подарю прямо в начале сегодня. Опередил всех. Спасибо, что пришла. Спасибо, что пришла. На самом деле, мне очень приятно. Я ждала, когда думаю, они меня уже пригласят. Ну, такие мужчины. Да. И до сих пор меня не пригласили. Вот дождалась. Да. Международный день мужчин. Это тост. Давайте Международный день мужчин выпьем за Таню. Татьяна, за вас и ваше лицо. Можно я тоже с вами? На радость. За тебя. Выпьем этого. Ну вот. Теперь, когда мы окончательно в дрова, давайте обсуждать новости. Вот вижу у Саши в руках. Саш, вот этот журнал... У Саши в руках, да. Вот Саня, она сама ногами к тебе развернула. Сереженька, это все видят. Сережа. Угомонись, Сереженька. Сережа. Видно же, у нее нижняя половина, понимаешь, в вуале. Просто где-то траур по мужу уже, так сказать, закончился, а где-то еще нет. Между прочим, мне тоже иногда интересно посмотреть. Ты иногда смотришь? Да. Конечно. Да. Мы как-то, да, вот с нашей... Таня, это начинается, знаешь. Наши интересуют. Сережа так всегда. Сережа сначала говорит, давай посмотрим на голых баб, потом говорит, можно я лягу рядом чисто по-товарищески? И потом уже, только никому не говори, ладно? Тань, смотри, смотри, вот у меня есть, у меня как раз я откопал в журнале, смотри, ну то есть это наш чисто мужской чисто, журнал. Чисто, да, я знаю, знаешь, поэтому я тоже очень часто. Скажи мне, пожалуйста, очень. Вот тебе какая здесь машина нравится? Вот эта вот красненькая или вот эта вот беленькая? Как вам сказать? Мне кажется, у этой машины просто подвеска лучше и трансмиссия полноприводная. Первый раз в жизни я захотел перекреститься в кадре. Плюс у нее еще двигатель турбированный. И за 6 секунд набирает 100 километров в час. Вот так. Таня. Видите, какой я продукт. А мы-то о вязании ничего не знаем. У меня в журнале Discovery есть перечень 10 профессий ближайшего будущего. Сашка, давай. Важно первый, это фигурист. Первый, оказывается, режиссер 3D-фильмов. Да? Вот кто планируемый, один из самых популярных режиссеров будущего. Режиссер 3D-фильмов? Дальше идет космический стюард. Вау. Это что? Проводница в космос? Да, да. Это которая летит просто в воздухе и говорит, мясо или рыбу? Да? Адвокат животных. Адвокат животных? Да. Я представитель навозного жука. Гарри, у меня вопрос. Это мой подзащитный. Суслик сам виноват. Да. Мой клиент ни в чем не виноват. Это суслик в него врезался. Я адвокат жирафа. Что вы хотите от моего подзащитного? Фу на вас. По-моему, Татьяне скучно. Нет. Ну, нет? На то и мальчишник. Я сегодня наши забавы. Про навозного жука, да про суслика. Вот так они и проходят. Татьяна, вот об этом мы разговариваем, когда рядом нет женщин. Многие думают, что поэтому, Серега, шаришь в хомутах, у меня там распредвал. Нет, суслик, навозный жук. Иногда полезно. Иногда полезно на мальчишник сходить. Конечно. Ну, да. Конечно. А вы на девичниках были когда-нибудь? Ну, как сказать? Ну, конечно, да. У меня еще до сих пор шрамки. Плёс? Нет. Лорки в торке. А вы там в качестве кого были? Он вылезал из торта на девичниках. А чем отличаются девичники от мальчишников? Ценой. Это соседи. Сейчас я с ними разберусь. Иду по башке, там, мама. Сколько сейчас, можно? Что это? Сейчас. Что такое? 11 вечера, они не могут успокоиться, третий день. Так, ребят, все. Музыки нету, у них и не будет. Музыка будет у нас. О! Ребята!
Привет! Здравствуйте! Здорово! Привет! Друзья! Слушай, привет! Дружба! Дружба с Умой Турмой и 500 евро все-таки делали. Умой Турмой! Умой Турмой! Дружба с Умой Турмой! Смотрите, уже нас столько гостей сегодня. Праздник в разгаре, уже не хватает стульев. Это фуршет, ребята. Это, ребята, это фуршет. Давайте не будем садиться. Делаем так, смотрите. Я наливаю. Каждый берет свое. Татьяна, ваш букет. Свою еду. Ваш букет. Ребята, вам... По виноградной грозе, как символ того, чтобы у вас было столько же детей. Хорошо. Ну что, друзья, вот они, дни Греции в Самарской области. Да. Ночи Диониса на Первом канале. С Днем народного единства, Россия! Ну, ребята... Между собой как раз вот обменяться, можете там что-то покаяться, извиниться. Помнишь, когда из военкомата приходили? Да. За тобой. Это был так ты? Это я ему дверь открыл. Дверь открыл. Прости, брат. Открыл, а за тобой она закрылась на 2 года. Хорошо. Тогда и ты прости меня. Нас объявляют примерно так. А сейчас будет выступать Владимир и этот, как его, Крестовский. Прости, давайте, брат. Друзья, ну какой праздник без песни? Помню я, как мы встретились с тобой, был конец дня. Ты спросила у меня сигареточку. Я подумал, что за фигня, сигаретка осталась всего одна. Ну ладно, мы прожили 15 лет, но вот теперь ты ушла, а тебя нет. А ты ушла? Что я морачиваю вообще, ну ты даешь вообще, ну ты даешь вообще. А ты ушла? Я сказал, я скоро вернусь, что ты делаешь, плюс, как же я буду один. А ты ушла? Встаем оранжевым плачем, ну ты дойдешь зачем, ну ты даешь зачем. Я сказал, я скоро вернусь, что ты делаешь, плюс, как же я буду один. А ты ушла? Помню я, как по улице весенней я с тобой гулял. Мы купили банку пива из двух лещей. Ты была молода, красива и похожа на апельсин, но в своем новом плаще. И я любил тебя как свою, вот и теперь о тебе я пою. Но ты ушла! В своем оранжевом плаще, ну ты даешь вообще, ну ты даешь вообще. Но ты ушла! Ты не сказал, я скоро вернусь, все ж ты делаешь, люсь, как же я буду один. А ты ушла! В своем оранжевом плаще, ну ты даешь вообще, ну ты даешь вообще. Ушла! Я не сказал, я скоро вернусь, все ж ты делаешь, люсь, как же я буду один. Ты ушла! Помню, помню, как я дарил тебе, что попросишь. Ну какой же дурак я был, если б знал, что ты меня бросишь. Сэкономил бы, я любил тебя, обожал. Ну а ты мне в спину кинжал, ох, не сладко мне. Я пригрел на груди змею, вот и теперь для тебя я пою. А ты ушла! Стоим оранжевым плаще, ну ты даешь вообще, ну ты даешь вообще. А ты ушла! Ушла, и не сказал, я скоро вернусь, что ты делаешь, грусть, как же я буду один. А ты ушла! Стоим оранжевым плаще, ну ты даешь вообще, ну ты даешь вообще. А ты ушла! Ушла, и не сказал, я скоро вернусь, что ты делаешь, грусть, как же я буду один. Ой-ой-ой! Ты сказал, я скоро вернусь, что ты делаешь, люсь, как же я буду один. А ты ушла! Стою оранжевым плаще, ну ты даешь вообще, ну ты даешь вообще. А ты ушла! Ты сказал, я скоро вернусь, что ты делаешь, люсь, как же я буду один.